В Самаре объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самара. В декабре 2022 года истекает срок полномочий действующего руководителя города Елены Лапушкиной. Глава Самары избирается Думой из числа кандидатов, представленных по результатам конкурса сроком на 5 лет. Документы для участия в конкурсе будут принимать с 14 ноября до 14 декабря. С перечнем требований к будущему руководителю можно ознакомиться на сайте городской Думы. Это, конечно, компетентность, знания, но пусть даже не вот в одной линии, да, как специалист там финансово хозяйственной деятельности, да, знания города, отношение к городу, горожанам, которое измеряется уважением и любовью. Обсудили на заседании городской думы очередное пополнение бюджета. Благодаря безвозмездным поступлениям казна потяжелела еще на 1 миллиард 78 миллионов рублей. Основные средства направляются на приобретение жилья для детей-сирот, для приобретения жилья по программе расселения ветхого аварийного жилья, содержание автомобильных дорог, частично содержание контейнерных площадок, помощь муниципальным предприятиям. Как и в прошлые годы, городской бюджет сохранит социальную направленность. Виктория Шарая, Константин Головин. События.